Вот так выглядели клиентские службы пенсионного фонда в течение 2 дней после того, как президент объявил о единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Мамочки буквально атаковали пенсионный фонд. Ажиотаж спал, как только нормализовалась работа портала госуслуг. Основная масса заявлений, именно 94%, была принята онлайн. Сегодня в 8 утра 188 тысяч семей региона выплаты получили. Если вам такой подарок 1 июня не пришел, волноваться не стоит. Сейчас деньги получили те родители, кто подал заявление до 25 мая. Денежные средства после того, как заявление будет подано, отработано 8 дней, естественно, поступит на тот счет, который они указывают. Есть, я знаю, родители, кто говорит, а мы подадим в августе, получим деньги к школе. Кстати, с сегодняшнего дня на счета родителей региона начали поступать и другие выплаты. Получают их семьи, признанные малоимущими, в которых есть малыши от 3 до 7 лет. Сумма выплаты на данный момент составляет чуть больше 5 тысяч рублей, половину от прожиточного минимума. Она назначается на 1 год с даты подачи заявления. Всего. Эта мера предусматривалась как адресная поддержка семей с невысокими доходами. И она направлена на выход данной семьи из бедности. То есть предполагается, что у семей будет возможность дополнительные имеющиеся доходы направить на иное, не только на содержание детей. Если за год доходы семьи не увеличились, заявление на такую выплату можно подать вновь. Кстати, на портал госуслуг уже поступило более 40 тысяч заявлений от желающих получать деньги. Отказать вправе лишь тем, кто неправильно заполнил нужный документ. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.